Этот перекресток на улице Заречной в Новогорске стал поводом многочисленных жалоб водителей и пешеходов. В свое время, чтобы обезопасить переход через дорогу школьников, его обложили с двух сторон лежачими полицейскими. Машины притормаживали, и все вроде бы хорошо, только вот автомобили и автобусы, потерявшие на извилистой дороге скорость, создавали огромную пробку. А из-за того, что шоссе дальше резко шло в гору, машины иной раз просто не могли на нее забраться. Я разобрался, посмотрел, что это такое. Действительно, было сделано примыкание к улично-дорожной сети со стороны частной школы, но в технических условиях этого примыкания не значились искусственно дорожные неровности, которые были установлены. Я дал команду демонтировать данные дорожные неровности, потому что они мешают движению автотранспорта. В частности, автобусы останавливаются, потом в горку не могут подняться, и собирается в микрорайоне Новогорск пробка. Лежачего полицейского, который провоцировал пробку, уже демонтировали. В ближайшее время дорожники обустроят тротуар у пешеходного перехода.